Дорогие друзья, сегодня о долгожданном событии. Речь идет о завершении строительства инфекционной больницы. Она нам очень нужна. Своей у нас современной нет. Нам важно, чтобы были и хорошие больницы, и, безусловно, в этих больницах работали самые высококвалифицированные врачи, современное оборудование. Вот такую задачу мы ставили, когда начинали проект благотворительный и искали средства за счет привлеченных источников, для того, чтобы у нас в области появилась своя инфекционная больница. Но учитывая, что это дорогостоящий объект, понятно, что мы не могли решить эту задачу за счет благотворительных средств, за счет привлеченных источников, но это нам позволило, имея уже базу, построенные корпуса, которые сейчас находятся в отделке, обратиться за поддержкой правительство Российской Федерации. Решение состоялось в Саратовской области: на завершение строительства инфекционной больницы выделено из резервного фонда 1 миллиард 678 миллионов. Этих средств будет достаточно для того, чтобы были завершены работы по строительству инфекционной больницы, было закуплено новое оборудование, и помощь начнет оказываться людям в современных условиях. Сейчас вопрос второй, не менее важный, это подбор тех, кто будет там работать. Более 1200 человек будут трудиться в инфекционной больнице. Важно, чтобы Министерство здравоохранения Саратовской области, главный врач, который уже назначен, сделали все для того, чтобы работа началась в инфекционной больнице. Ну а что касается стройки и приобретения оборудования, надеюсь, что это сделают те, кто отвечает за этот участок. Средства есть. Важно, чтобы их потратили эффективно, и больница заработала как можно быстрее, придя на помощь людям.